Как же мы на себя смотрим? Мы же обычно себя смотрим глазами других людей. Они нас оценивают. Вот. Они определяют, хорошие мы или плохие, красивые, некрасивые, умные, неумные там, и так далее. Мы же все время живем под взглядом этих других людей. И мы к себе относимся. Вот эти, откуда, что такое детские комплексы? Из детства бывают комплексы. Откуда они? Они очень просто. На меня так смотрели родители, как на не пришей, не пристегни. Ну так и, я и думаю, что я не пришей, не пристегни. То есть ну, я-то думаю неправильно, потому что на меня это я интроицировал, по-научному говоря, взгляд внешний на самого себя.